34 участника из 8 стран мира. В Астане впервые прошел фестиваль танца для людей с ограниченными возможностями. Европейская классика и страстные латиноамериканские танцы. И все это на колясках. Ритмы ча-ча-ча, яркие платья, улыбки и неподдельное волнение. Атмосфера в столичном дворце независимости напряженная, но только до того момента, пока участники международного турнира по танцам не вышли на паркет. Танцами Руслан и Инкар занимаются уже 5 лет, но вместе стали тренироваться недавно и, кажется, вполне довольны друг другом. Она действительно не знала, как себя вести, как со мной танцевать. А потом, благодаря Лидии Васильевне Махановой, вот у нас получился пара. Если честно сказать, у меня несколько были напарницы, но по сравнению с ними она у меня сильная. Многочасовые просмотры видео чемпионов, колясочников, регулярные тренировки и природное упрямство сделали пару из Атырау одной из лучших в стране. И сегодня они с достоинством представляют нашу страну на международном конкурсе. Мы серебряные призеры спартакиады, серебряные призеры чемпионата и обладатели Кубка Казахстана. Мы долго шли к этому. И вот, наконец, мы сейчас попали на этот международный турнир. И мы хотим тоже, кто не мечтает о победе, все мечтают. И мы тоже хотим попасть в лидеры. Оценивать таланты будет международное жюри, в составе которого представители Германии, Японии, Австрии и других стран. Победители отправятся на Паралимпийские игры, которые состоятся в октябре в южнокорейском Инчхоне. Анжела Гарипова, Аманжол Байгазин, Астана.